второе у нас мороженое будет с пралине, ореховая паста с фундуком. Берем 100 грамм воды на 150 сахара. Нагреваем до состояния тягучести. Пока у нас сироп будет вариться, мы взобьем белочки. Взяли 5 белков. Вот сироп у нас готов. Пока он горячий, мы вливаем его в миксер. И по чуть-чуть добавляем белочек у нас готов. Накладываем в мисочку. Теперь добавляем сливки примерно в одинаковых пропорциях. Затем добавляем пралине. Можно использовать любую арахисовую пасту, арахисовую, фундучную. И перемешиваем. Часть в емкость. Посыпаем орешком. Выкладываем остатки мороженого. В принципе, мороженое у нас готово. Можно его нести охлаждать. И через часик оно у нас будет готово. Ну вот, наше замороженное лакомство готово. Можно приступать.